и окончание самого длинного и строгого Великого Поста и многие другие православные праздники. Даже для людей, далеких от религии, Святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой, куличами, колокольным звоном, и нам вдвойне приятно выступать в этот особый торжественный день. Сегодня в нашем концерте примут участие не только студенты различных курсов и отделений, но и их педагоги. А наш концерт открывает академический хор Петрозаводского музыкального колледжа имени Карла Эриковича Раутина. Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Карелия Лариса Архипова. Силу Христа, Христос, 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 Христос
исполняют Елизавета Харламова и Екатерина Холодкова. Дирижирует Вадим Непокоров. Thank you.
Иванович Глинка. Слова Александра Сергеевича Пушкина «Не пой, красавица, при мне». Солистка Екатерина Холодкова. Дирижирует Анастасия Панасенко. Три розы на ветке пусты.
дирижирует Валентина Макарова. Ой, мы не зря стоим.
дирижирует Станислава Охина. Все так, но где бы ни был я.
Thank you.
романс, пленившись розы соловей. Гранатос из цикла «Донадильи. Любовь и ненависть». Слова Перегина. Исполняет.